придумал замечательный способ разбогатеть. Я знаю, но у меня ты уже занимался. Мишенька, вы не одолжите мне 100 рублей. С собой ни копейки. А дома? Спасибо, дома все здоровы. Ну и, конечно, Одесса не может обойтись без классического Рабиновича. Без Рабиновича вообще нигде нельзя обойтись, и особенно в Одессе. Приходит Рабинович в Одесское пароходство и говорит: «Я слышал, у вас, вы тут ищете подряд покрасить корабль». «Да». «Покрасить?» «Я берусь покрасить корабль». «Замечательно. Заключается договор. В срок Рабинович укладывается с работой, приходят принимать работу, корабль покрашен с одной стороны. Начальство в недоумении: Рабинович, что это такое?» «Как? Выполненная работа. Но вы же покрасили пароход только с одной стороны». «Так все правильно. Откройте договор. Что там написано?» «Я, Рабинович, с одной стороны, и Одесское морское пароходство с другой стороны заключили данный договор». Кабинет главврача в сумасшедшем доме. Заходит пациент. «Здравствуйте, я Наполеон». «Понятно, вам в 9-ю палату, там у нас все императоры». «Доктор, вы не поняли, я торт!» В рыбном корпусе. «Что-то ваша копченая скумбрия не так золотится. Мадам, вы ее собираетесь кушать или желание загадывать?» «Женщина, а почему у вас эта селедка какая-то кривая?» «Да вот, на повороте поймали». «Мужчина, ну что вы мацаете эти помидоры? Это же не ваша жена!» «Если бы это была моя жена, здесь был бы уже томатный сок». И, наконец, новое, это хорошо забытое старое. Одесса, улица Дерибасовская. Мужчина, одетый в зловещий черный плащ и в черной шляпе, поднимается по лестнице, выбирает нужную кнопку звонка, нажимает, ему открывает мужик в трусах и в тельняшке. Мужчина произносит зловещую фразу: «Верблюды ушли на север». «Вообще-то здесь посылают нах, но если вы к шпиону Васе, то он этажом выше». В магазине культтоваров влетает взволнованный юноша: «У вас ватман есть?» «В Израиле». «А кульман?» «В Америке». «Слушайте, вы не поняли. Я дизайнер, а мы видим, что не Иванов». Олег, на морском песочке я Марусю встретил. В розовых чулочках, Дарьев, как сети. Да-да, да-да. В розовых чулочках, да-да, да-да. Дарьев, как сети. Тр-тр-тр-тр. В розовых чулочках, Дарьев, как сети. Вдруг патруль облава заштормила море. До свидания, папа, я вернусь вскоре. До свидания, папа, я вернусь вскоре. Где же ты, Маруся, с кем теперь гуляешь? Одного целуешь, а меня кусаешь. Одного целуешь, а меня кусаешь. До свидания, папа.
Наталья в конце. А поезд мчит, а в вагоне спячка, а у маньки за чулкою денег пачка. Вот они красивые лежат, и что-то они там говорят. Куплю кроватку с красивыми шишками, стол, телевизор, диван, баночки, склядочки с крышками и прочих вещей чемодан. А еще патефончик с пластинками, лесопед на свободном ходу, желтые ботиночки с ботами и примус под сковороду. А в том балконе проводник дежурил, то глаз защурит, то его расщурит. Взял он эти деньги и умолок, и спрятал в огромный кошелек. А вот тебе, красавица, кроватка с красивыми шишками, стол, телевизор, диван, баночки, скляночки с крышками и прочих вещей чумодан. А еще патефончик с пластинками, лесопед на свободном ходу, желтые ботиночки с водами и примус под сковороду, цыплята на бока. А вот одесские дети — это отдельный анекдот из жизни. Анечка, 5 лет. Анечка, ты зачем рот битком набила? Это не биток, это мандарин. Одесский ребенок идет на прогулку с мамой. Я подчеркиваю, что анекдот из жизни. Идет на прогулку с мамой и видит, что мама идет немножечко не туда, где качели и карусели. Мам, куда мы идем? А я сейчас должна встретить дядю Лешеньку, и я верну дяде Лешеньке денежку. И мы сразу пойдем на качельки и карусельки. Ребенок мрачнее. Ну, слушай, ну, деточка, я тебе даю слово. Мы не будем там долго задерживаться, мы не будем сидеть, мы не будем разговаривать. Мама просто вернет ему денежку, и мы тут же пойдем на качели и карусель. Ребенок мрачнеет еще больше. Слушай, я тебе даю честное слово, я ему отдаю деньги. Он с нами не идет, он идет по своим делам, ему надо на работу. Я ему отдаю деньги, он идет на работу, а мы идем на качели и карусели. Ребенок идет вот такой вот мрачный, как туча. Мама не выдерживает. Так, скажи мне, пожалуйста, в чем дело? Ребенок, вырывая руку. Я денежку не хочу отдавать! Одесский день рождения. Кое-кто из гостей опоздал. Звонят в дверь. Шаркающей походкой открывает дверь бабушка, именинника, говорят. Дети, как, боже, как же мы вас заждались, а мы уже волновались, что вы не придете, да? Заходите, заходите, конечно, да. Они пришли, да, они поздравляют, вручили подарки, все, вот ваши, вот табуреточки, все понеслились, сели за стол, звонок в дверь, бабушка, кого там еще черт принес? Ведя ребенка в гости, одесская мама говорит: так, солнышко, ты съешь кусочек торта и больше не попросишь. Хорошо, это неприлично. Хорошо. Ребенок приходит на день рождения, вот уже сладкое, вот уже торт, вот уже задувают свечи, вот уже всем раздали по кусочку. Вот все съедают, и тут он говорит маме именинника: извините, а можно мне еще кусочек? Тебе разве мама не говорила, что еще один кусочек просить неприлично? Говорила. Но она же не знала, что у вас такие маленькие кусочки. Игорь,
немедленно извинитесь перед вашим соседом Гришей за то, что вы обозвали его поцом. Ладно, хорошо. Гриша, вы не поц? Тогда я извиняюсь. Таверна возле Одесского порта. Заходит бывалый морской волк с попугаем на плече. Подходит к стойке 200 граммов водки. Наливают ему стакан водки, он его хлоп, не закусывая. Попугай. Еще. Ну, еще ему наливают 100 граммов, 200 граммов водки. Хлоп. Ну, все уже так на него обращают внимание. Уже факир, который играет на дудочке, перед которым крутится змея, уже так одним глазом на него поглядывает. Еще 200 граммов водки. Еще 200 граммов водки. Выпивает. Попугает. Еще. Бармен, может, хватит? Что ты сказал? Да мы сейчас всю твою дыру в щепки разнесем. Попугай, глядя на змею, и червяка твоего склюем. Есть у нас в районе Молдаванки улица обычная, друзья. Старенькие дворики подметают дворники, чтоб сияла улица моя. Здесь не ворует и не пьет. Если вы не верите, придите и проверите. А может, это все наоборот. Улица, улица, улица родная, Мясоедовская улица моя. Улица, улица, улица родная, Мясоедовская милая моя. Есть на этой улице больница, все ее еврейскою зовут. Я желаю вам, друзья, не бывать там никогда. Пусть ваши враги туда идут. Я желаю вам, друзья, не бывать там никогда. Пусть ваши враги туда идут. Улица, улица, улица родная, время здесь ходил Утесов и под гитару песню пел свою. А когда он создал джаз, то исполнил в первый раз песенку про улицу мою. А когда он создал джаз, то исполнил в первый раз песенку про улицу мою. А ну давай, Лёва, веселей! На нашей улице не жил. Прошлое ушло давно вместе с старым миром, но и он по этой улице ходил. Улица, улица, улица родная, Мясоедовская улица моя. Улица, улица, улица родная, Мясоедовская милая моя. Если б мне сказали: даем тебе квартиру, ну или прямо скажем, целый дом. Угу. Так я б такого соловья не послушал никогда, в улицу родную я влюблен.